как-то вдруг вот как-то так выяснилось, что нашим замечательным спортсменам некогда родину любить. Им все время надо на тренировку. Наша лента. Коротко и смешно. У кого сегодня день рождения? 10 октября отмечает 49-й день рождения российский актер Григорий Антипенко. Рослый красавец не мечтал быть артистом. Он получил диплом фармацевта, но платили в аптеке копейки. И Григорий случайно устроился рабочим в театр «Сатирикон», ну а потом поступил в Щукинское училище. Антипенко снимался в фильмах «Кодекс чести», «Голова классика», «Талисман любви», «Юнкера» и других. Но многие годы успех ему приносила исключительно сцена. Однако в 2005 году актера утвердили на роль Андрея Жданова в новой мыльной опере «Не родить красивой». На экраны вышло 200 серий проекта, и все его герои стали настоящими звездами. По сюжету Жданов, в конце концов, признавался в любви Кате Пушкиной, но в жизни Антипенко предпочел другую. И сердце актера покорила Юлия Такшина, которая в «Не родись красивой» играла сплетницу и завистницу Викторию Клочкову.